Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Вскоре придет Владыка Господь, и нарекут имя Ему Эммануил, ибо с нами Бог. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа да будет со всеми вами. И со Духом Твоим, дорогие братья и сестры во Христе, приветствую вас в нашей общине Божьего милосердия. С вами, Отец Якуб, начинаем нашу сегодняшнюю Евхаристию, новенной перед Рождеством Христовым предначинание. Царю грядущему и Господу, придите, поклонимся. Царю грядущему и Господу, придите, поклонимся. Радуйся, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий. И будет в тот день, горы будут копать вином, а холмы потекут молоком. И придет пророк великий и обновит Иерусалим. Царю грядущему и Господу, придите, поклонимся. Грядет Господь наш защитник, святой Израиля в короне царской. Он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли. Царю грядущему и Господу, придите, поклонимся. Господь придет, ибо слово Его, слово крепкое. Жди Его, даже если бы медлил. Час прихода Господня, час от века назначенный. Царю грядущему и Господу, придите, поклонимся. Господь сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. В дни его процветет праведник, и будет обилие мира. Ему поклонятся все цари земные, и все народы будут служить ему. Царю грядущему и Господу, придите, поклонимся. Родится нам младенец, и будет назван Богом сильным. Он воссядет на троне Давида, отца своего, и будет царствовать, и владычество на раменах его. Царю грядущему и Господу, придите, поклонимся. Вифлеем, град Бога Всевышнего, из тебя произойдет тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных, и он будет великим до края земли, и он будет мир. Царю грядущему и Господу, придите, поклонимся. Непосредственной близости уже Рождества Христова, поем вот эти слова, при помощи которых готовимся на встречу с Иисусом, и через антифоны, которые тоже воспеваем в эти дни, просим, чтобы мы достойно встретили Его и не забыли никогда, что Он восходящее светило, Он солнце правды и справедливости, освещает пути нашей жизни. В начале этой мессы попросим у Господа прощения за все наши грехи, чтобы мы могли с чистым сердцем совершить это святое таинство.
Господи, посланный исцелять сокрушенных сердцем, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христе, пришедший призвать грешников, Христе, помилуй, Христе, помилуй. Господи, восседающий десную Отца, чтобы ходатайствовать за нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да помилует нас всемогущий Бог, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Помолимся. Господи, милостиво услышь молитвы народа Твоего, чтобы мы с радостью ожидающие пришествия во плоти единородного Твоего Сына обрели жизнь вечную, когда Он придет во славе Своего величия. Он живет и царствует с Тобой в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение песни, песней Соломона. Голос возлюбленного моего. Он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя, в ущелье скалы и под кровом утеса. Покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок, лицо Твое приятно. Слово Божие. Благодарение Богу. Радуйтесь о Боге, новую песнь пойте. Радуйтесь о Боге, новую песнь пойте. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием. Радуйтесь о Боге, новую песнь пойте. Совет Господень стоит вовек, помышления сердца Его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Радуйтесь о Боге, новую песнь пойте. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Радуйтесь о Боге, новую песнь пойте. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Эммануил, Царь наш и Законодатель, приди, спаси нас, Господи Боже наш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Луки. Слава Тебе, Господи! Встав, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Юдин, и вошла в дом Захари и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала о приветствии Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа».
Слово Господне, слава Тебе, Христе! Дорогие мои, в эти дни непосредственной близости уже Рождества читаем чуть ли не по очереди текст из Евангелия от Луки, из так называемой Евангелия детства Иисуса, и сегодня известнейшее событие, которое чаще всего называем как посещение Пресвятой Девы Марии, Святой Елисаветы. Но мы знаем, что это посещение, эта встреча имеет очень глубокое значение. И кроме этой встречи двух женщин, которые видим, знаем, что есть встреча самого Господа, встреча с Иоанном Предтечей, первая встреча через 30 с лишним лет, встретятся они еще раз на берегу Иордана, Иоанн покажет на Иисуса и скажет: «Вот Агнец Божий». Это первая встреча. Но интереснейшая для меня история в этом фрагменте, мы знаем, что это сразу после Благовещения. Мария в первые дни, после того, как стала уже матерью, носит в своем лоне Божьего Сына, спешит к Елизавете, хочет ей, наверное, помочь, но я уверен также, что она хочет с ней поговорить. Как кто-то красиво сказал, Елизавета – это единственный человек в мире, который тогда в состоянии был хотя бы Марию чуть-чуть понять. Даже не Иосиф, даже никто другой, только вот эта женщина, в которой жизни тоже произошло чудо. Можем себе сказать, в поздней старости появляется ребенок и тоже где-то вот эта история с ангелом Гавриилом, которого Захария видит. То есть она может с ней поговорить. Весьма важно. Но еще есть одна вещь, мне кажется, что видим, что Иисус, который только-только начинает свое существование, ему несколько часов, дней, ему несколько буквально миллиметров, если себе так по-человечески можно рассказать, а он уже действует. Он уже, это не то, что Мария пошла. Да, Мария пошла, но это так на самом деле, это уже есть действие Иисуса. Нести свет, идти оказывать милосердие, выйти сразу из комфорта, в который можно было бы сказать, Мария и Иисус могли бы спрятаться. Нет, Иисус уже действует. Действует уже в своем человеческом, в человеческой природе, которая, хотя имеет, еще раз говорю, совсем незначимые размеры, он уже действует. С самого первого момента мы это видим. И что делает? Направляет, идет, ведет Марию. Она его несет, кто-то сказал, живая монстранция, несет, чтобы служить, оказать помощь, а с другой стороны и утешение, создать единственное неповторимое место, где будет и она, и Сын Божий, и Предтеча, и Елизавета. Так бы хотелось побыть в этом контексте, в этом доме хотя бы несколько часов и увидеть эту, с одной стороны, нормальность этой сцены, с другой стороны, слова, которым они говорят, как они смотрят. Ведь мы только кусочек этого разговора знаем, Елисавета, которая исповедует веру, которая под влиянием Духа Святого высказывает такие вещи. И видно, что это рождающаяся царь. Рождающая церковь, есть основатель этой церкви. С другой стороны, есть уже матерь церкви, Мария. Есть тот, который покажет на него. Есть уже рождается, где-то там, в Айн-Карим, рождается церковь. Первая маленькая община, созданная из двух женщин и одного нерожденного. Но Иисус сам потом скажет, где я, и где двое или трое во имя мое, там я посреди них. И мы это видим. Иисус не может дождаться, чтобы войти и в наши очаги. Мария хочет нам его принести, и она нам принесет его. В эти дни стараемся, правда, размышляя и думая, найти и время, и место, чтобы проникнуться тайной воплощения, открыть двери, открыть сердца, открыть время и пространство своей жизни для него. Повторяем это, чтобы не потеряться во всех подготовках, а с другой стороны, во всех этих проблемах, сейчас этих болезнях, этих вирусов, которые где-то полно, чтобы мы не потеряли самого главного вот этого момента. К нам идет Мария. И нам несет Иисуса. И Он хочет домашнюю церковь у нас создать. И Он хочет, чтобы у нас дома был Вифлеем. И Он тоже хочет,
чтобы мы с радостью Его приняли и увидели в Нем Спасителя, солнце правды и справедливости. Аминь. Братья и сестры, помолимся Богу Отцу изначально по обетованию Своему, ведущему Свой народ ко спасению. Спаси нас, Боже, Твою благодатью. Царь мира, Ты вдохновляешь народы перековать мечи на орала и копья на серпы. Преврати человеческую вражду в любовь и удали обиду прощением. Тебя просим. Спаси нас, Боже, Твою благодатью. Господи, справедливый и благой, пошли правителям народов духа мира, согласия и мудрости. Спаси нас, Боже, Твою благодатью. Отче убогий, утешитель скорбящих, даруй твердое упование на Тебя всем отверженным и униженным. Спаси нас, Боже, Твою благодатью. Христе, свет не меркнущий, позволь усопшим войти в Твое царство, лицезреть славу Твою. Спаси нас, Боже, Твою благодатью. Иисус, Сын Бога Живого, помоги нам ради любви Твоей преодолевать все преграды и искушения. Спаси нас, Боже, Твоей благодатью. Приносим Господу милосердному всех наших больных, страдающих, неизлечимо больных инвалидов. Приносим Тебя, Господи, Господу также всех одиноких и тех, кто встретит ближайшие вот праздники в какой-то особо сложной ситуации. Господи, дай им радость и свет и ощущение, что и к Тебе, к ним Мария принесет Тебя. Спаси нас, Боже, Твою благодатью. Боже, просим Тебя, даруй нам крепкую веру в то, что Ты избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны в любви и свидетельствовали перед миром о Твоем милосердии. Тебе слава во веки веков. Аминь. Благословен Ты, Господи Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам хлеб. Плод земли и трудов человеческих мы приносим его Тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благословен Бог во веки. Через эту тайну воды и вина да приобщимся к божеству того, кто ради нас стал человеком. Благословен Ты, Господи Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих. Мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас питьем духовным. Благословен Бог во веки. Прими нас, Господи, стоящих пред Тобой с смиренным духом, сокрушенным сердцем. Да будет эта жертва наша угодна перед Тобой, Господи Боже наш. Омой меня, Господи, от беззакония моего, от греха моего, очисти меня. Братья и сестры, молитесь, дабы наша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего, ради блага нашего всей Церкви Своей Святой. Господи, благосклонно прими дары Твоей Церкви, которые по милосердию Своему Ты дал ей для приношения, и Твоей силою достанут они для нас таинством нашего спасения. Через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами, со Духом Твоим вознесем сердца, возносим ко Господу, возблагодарим Господа, Бога нашего. Достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно должно и Спасителя нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий, Вечный Бож. Через Христа нашего Господа. Его предрекали все пророки. Дева Матерь ожидала Его с неизреченной любовью. Иоанн возвестил Его приближение и указал на Его присутствие среди людей. Он даровал нам радость ожидания тайны Рождества Своего, чтобы, найдя нас бодрствующими в молитве, вести в торжество Своей славы. Поэтому с ангелами, архангелами, с престолами и господствами и со всеми небесными воинствами мы пей славы Твоей воспеваем, непрестанно взывая. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей, Осанна вышних. Благословен грядущий во имя Господне, Осанна вышних.
Воистину, свят Ты, Господи, источник всякой святости. Поэтому просим Тебя освятить и дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая Себя на страдания, взял хлеб, Тебе вознося благодарение, преломил и подал его ученикам Своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом, после вечери, взяв чашу и вновь вознося Тебе благодарение, он подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это из чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Велика тайна веры, смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобой и служить Тебе. Смиренно молим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, с телом совершенной в любви, вместе с Папой нашим Франциском, епископом нашим Павлом, его вспомогательным епископом Николаем и всем духовенством. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, прими их в свет лица Твоего. Всех нас помилуй, удостой нас участия в вечной жизни, вместе с Пресвятой Богородицей, Девой Марией, с блаженным Иосифом и Обручником, со святыми апостолами, со святой Елизаветой и всеми святыми от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Бог так возлюбил мир, что послал на землю Своего Сына ради нашего спасения, поэтому дерзаем взывать: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Избав нас, Господи, от всякого зла, даруй милости во мир во дни наши, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования, пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, просим Тебя, не взирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, по воле Твоей, благовори умнить и объединить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами, со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью, мир всем вам». Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир. Вот Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званые на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, исцелится душа моя.
блаженна ты, уверовавшая, потому что совершится сказанное тебе от Господа. И поем песню «Антифон. День 6, 21 декабря. О, Ориенс, заря утренняя». Заря утренняя, солнце правды и справедливости, сияние света вечного, приди, освети сидящих во тьме и тени смертной. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости. Да принесут горы мир людям и холмы правду, ибо грядет Господь, Он утешит народ свой и помилует страдальцев своих. Кропите небеса свыше яблока, да проливают правду, да раскроется земля и дарует Спасителя. Вспомни о нас, Господи, в благоволении к народу Твоему, посети нас спасением Твоим. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. Господи, пошли на землю акца владетелю земли, в пустыне на гору дочери Сиона. Восстанови нас, Господи, да воссияет лице Твое и спасемся. Приди, Господи, снизойди к нам с миром, дабы мы возрадовались всем сердцем пред Тобою. Дай познать нам, Господи, на земле пути Твои, среди всех народов Твое спасение. Воздвигни, Господи, силу Твою и приди спасти нас. Приди, Господи, скорей, не медли доля, прости прегрешения народа Твоего. О, если бы Ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица Твоего. Приди, Господи, яви нам лик Свой, Ты восседающий на херувимах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Заря утренняя, солнце правды и справедливости, сияние света вечного, приди, освети сидящих во тьме и тени смертной. Помолимся. Господи, участие в божественных тайнах да будет постоянной защитой народу Твоему, чтобы с истинным благочестием, поклоняясь Твоему величию, он в изобилии обретал спасение души и тела через Христа Господа нашего. Аминь. Дорогие мои, всем вам большое спасибо за совместную молитву. Приглашаю завтра, 3 часа дня, читаем венчик. Вечером святая месса, сновенная перед Рождеством, 22 декабря, пятница. Уже совсем мало осталось до праздников. С радостью сегодня смотрим на эту сцену.
Девы Марии, которая посещает Елизавету, видим ее эти духовные своего рода упражнения. 3 дня должна была идти с Назарета вот эту нагорную страну вблизи Иерусалима. Размышляла, а потом этот разговор, деление и радость, встреча женщин, встреча также самого Иисуса и Иоанна Крестителя, и церковь, которая рождается вокруг Иисуса сразу. Думаю, маленькие вещи, которые в состоянии сделать. Открываем калитки, открываем что-либо из нашей жизни, впускаем там Иисуса, и Он уже действует. Господь с вами и со Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в мире Христовом. Благодарение Богу. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри моления наших, в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная и Благословенная, Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша. Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас. Аминь.